Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас вот очередная распаковочка посылочек с AliExpress. И давайте посмотрим, что же нам там пришло. Распаковываем первую посылочку. Так, это у нас USB-тестер. Так, давайте посмотрим, как он работает. Подключим тестер к пауэрбанку. И подключим вот телефончик. Вот, видим, пошла зарядка. 5,4 вольта. 5 вольт. Ну, сейчас 4. Около 5 вольт. Видим, время идет. Время, какой сейчас ампераж. И сколько уже телефон взял себе миллиампер. Вот хороший, да, оставлю ссылку в описании на пауэрбанк, на тестер. Так, давайте перейдем к следующей распаковочке. Смотрим, что же это. Вау, ребята, это у нас USB такой светильник. Давайте подключим его к пауэрбанку. Вот как он работает, как ярко светит. Также оставлю ссылочку в описании. Ну, довольно-таки неплохо светит, хорошо так. Мощно, мощно. Удобная штука, вот, например, подключу к ноутбуку, вот. Будет светить на клавиатуру. Удобная штука, вот. Гнется в разные стороны, как нужно. Также оставлю ссылочку в описании. Давайте рассмотрим, что у нас еще здесь есть. Последняя распаковочка, это у нас вот это. А это у нас HDMI переходник. Заказывал я его для планшета с нерабочим дисплеем, чтобы подключать его к телевизору. Сейчас мы проверим, как это работает. Или не работает, может. Так. Такой вот у нас планшет. Не работает дисплей, потому что он раздавлен. HDMI подходит. Итак, ребята, давайте посмотрим, работает ли эта схема. Вот у нас телевизор я принес. Включаем HDMI кабель, тоже с AliExpress. Все ссылочки на эти товары, которые здесь были в видео, я оставлю под этим видео. И также не забываем про возможность покупать со скидкой, с кэшбэком с Китая. Ссылочку на видео, как это сделать, также оставлю в описании. К телевизору HDMI подключен. Теперь давайте подключим к планшету. К планшету подключили. Выберем HDMI на телевизоре. Нету сигнала. Не знаю, или это у меня планшет не рабочий. Но он, в принципе, не рабочий.
Эти HDMI майки у меня не заработали, так что вам рекомендовать их не могу. Подключал к фотоаппарату вот этот к планшету, подключал к двум разным телевизорам, не заработало, не знаю, может у кого-то будет работать, у меня не работает. Но все же ссылочки оставлю в описании. Все ссылочки я оставлю на эти товары в описании. Кому что-то понравилось, переходите, покупайте. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока, до следующего видео.